9 января 2014 года в 12 часов в этом зале для ветеранов состоится концерт «Дорогие мои москвичи. Рождественские встречи». Добрый вечер, дорогие друзья! В этом замечательном зале Центрального дома культуры железнодорожников мы начинаем благотворительный творческий вечер заслуженного артиста России, профессора Московского государственного университета культуры и искусств Николая Ивановича Голоденко под названием «Дорогим ветеранам России». Альберто Люкаделло, певец-композитор, руководитель социального проекта CD Records Россия. Задача проекта – поддержка развития оригинального авторского музыкального творчества. Альберто представляет вашему вниманию авторскую песню «Behind the Shadow of the Man You Mean», на написании которой...